для всех понимания. На презентации для всех будет немножко небольшое удивление, что будет все-таки происходить. Все как раз долго этого ждали, определенного направления, как будет развиваться все-таки компания Bitcore, что будет открываться, какие платформы будут, как можно здесь зарабатывать, какой маркетинг будет присутствовать, какой пассивный доход. И, конечно же, мы с вами данными инсайдами однозначно поделимся. Сегодня будет презентация по слайдам. Данную презентацию можно будет скачать на сайте. Мы ее обязательно прикрепим. Это новая презентация. Но сейчас затрону небольшой момент по старым платформам, которые были. Они полностью закрыты. Они сейчас находятся в апгрейде. То есть наши разработки совместные с некоторыми людьми. Это биржа Yard, она сейчас начнет свое взаимодействие, то есть это будет только сайт, и вывод токенов будет только через техподдержку. Это что касается непосредственно самой биржи Yard. Кто не вывел еще, пожалуйста, его выводите, на том совсем другие условия. Мы сейчас туда не касаемся вообще, мы находимся сейчас на развитии немножко другой истории. Вот, открылась платформа Bitcore. И, конечно же, Bitcore, он сейчас открылся с данным маркетингом, вот, и у него такое очень огромное направление. Сейчас мы его видоизменяем, как вы видите, каждый день, и добавляем новые вкладки и новые возможности. Сейчас скоро будет добавлен стейкинг на данной платформе, потому что данная платформа будет заниматься только финансами. То есть это будет фондом криптовалютным со своими лицензиями, со своими договорами, со своими регуляторами. Данный фонд будет полностью подконтролен европейским регулятором. То есть на данном фонде потом появится вкладка «Верификация», и нас будет контролировать определенный регулятор. Все. У нас будет 3 лицензии на криптовалюты, и, конечно же, Bitcore Capital, как криптовалютный фонд, он останется работать с минимальным маркетингом и с минимальным пассивом. В дальнейшем мы пока будет на данном этапе мы заявили данный маркетинг, который сейчас есть на платформе, он останется, но на определенный срок, который будет. То есть сейчас прослушайте презентацию. Что хочется сказать и что хочется заметить? Мы только начинаем развиваться, мы привлекаем новых партнеров для работы. Мы, конечно же, инвестируем очень хорошо. У нас блокчейн направление очень хорошо сейчас работает. И у нас есть команда, которая работает именно тоже в этом направлении. У нас есть здравый смысл во всей данной платформе. У нас есть определенное распределение определенных рисков. И, конечно же, мы даем возможность людям вместе совместно с нами, конечно же, зарабатывать. Bitcore Capital – это такой определенно семейный фонд, как говорится, для некоторых людей, потому что все, кто партнеры входят, конечно же, они становятся экосистемой такой определенной, да, и аккумулирование их средств, да, даже хотя бы под небольшие проценты, но это возможно. Если мы зарабатываем, то почему бы не дать, например, моему брату, свату и кому-то еще, там, куму, тоже давать возможность в данном случае зарабатывать. Мы будем продвигать свои криптопродукты на данном фонде и, конечно же, создавать вокруг себя экосистему. Это биржа криптовалютная, на которой тоже хочется и работать, и размещать свои ноды, и размещать свои активы, чтобы они были абсолютно полностью защищены и полностью подконтрольны. В данном случае компании, если это мои денежные средства, я хочу, чтобы они были подконтрольны тоже мне. Правильно. И мы даем такую же самую возможность партнерам своим, которые у нас регистрируются, которые дают в управление свои активы, которые приумножаются. Очень будет много всего интересного именно на данной платформе, но эта платформа про инвестиции. Нужно понимать это. Она чуть-чуть про маркетинг, но в данном случае она будет полностью про инвестиции. В дальнейшем ее развитие очень будет глобальное, потому что в ней будут добавляться брокерские счета, в Bitcore Capital будут добавляться трейдеры, с которыми вы сможете напрямую работать, они будут представлять свои счета, на ваших счетах будут торговать по API-ключам, и деньги будут оставаться лично у вас
на счетах, чтобы, ну, это страховые фонды, с которыми мы будем работать, это договорные взаимоотношения и, конечно же, просто верификация по европейским стандартам. Все это будет, все это сейчас нам открывает очень большой путь, такую дорогу, да, в реализацию юридических всяких аспектов на долгосрок. Однозначно все это на долгосрок. Это не будет как-то закрыто через 2 месяца, через 3 месяца. Мы пришли и работаем, конечно, со своей определенной стратегией. Люди, которые, конечно, идут на минимальный маркетинг и на минимальный пассив, однозначно, конечно, это не хайп-индустрия, и все должны понимать, что это долгий определенный период. Но это и не банковский депозит. Да, то есть если банкинг, вы в банк вы вносите свой депозит, имеете определенные риски тоже. Есть там фонды гарантированных вкладов, но банк не дает такой процент, как могут давать криптофонды. Вот. Некоторые есть криптофонды, которые являются закрытыми, и они инвестируются от 25 тысяч долларов. Это там, очень известные. Открывайте интернет, в принципе, можете загуглить. Данный фонд пока будет работать от 150 долларов. То есть давая возможность любому человеку проинвестировать и, конечно же, совместно зарабатывать на небольших процентах. Я сделал такое небольшое нововведение, введение в данную презентацию. Да, это лично мои мысли. Я озвучил немножко чуть дальше, как мы будем развиваться. Но, конечно же, будет это все дело на бумаге. Вы увидите это все дело на сайте, определенный roadmap, продукты с ссылками, презентации, отдельный огромнейший такой реактор именно нашей экосистемы, в которую вы можете зайти и, нажав, перейти на ту или иную платформу однозначно. В данном случае мы находимся сейчас на Bitcore Capital. Что такое Bitcore Capital? Это криптовалютно-страховой фонд. Это нужно понимать. Это не биржа, это не что-то другое, это чисто про финансы. Все остальное, все, что открывается, это биржи, маркетплейсы, платежные системы, это именно про сам биткор. Это именно про экосистему. Сейчас Bitcore Capital – это о финансах.